Председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников принял решение о продлении программы социальной поддержки, принятой на период ограничений в связи с эпидемией COVID-19. Ситуация остается непростой, но город постепенно возвращается к привычной жизни, главным событием которой в последние дни стало голосование по вопросу о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. Председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников принял участие в досрочном голосовании по вопросу о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации и призвал магнитогорцев отдать свой голос в поддержку присвоения родному городу звания «Город трудовой доблести» за героический вклад в Великую Победу. Настроение у меня всегда рабочее, вне зависимости от дня недели, от времени года. Ну а сегодня еще и праздничное, поскольку сегодня у нас День города. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить магнитогорцев с 91-й годовщиной нашего родного города. Наш город живет, наш город работает. И жители города показывают в очередной раз свой характер. Мы приняли решение о продлении на три следующих месяца, значит, выделение продуктов питания тем же категориям граждан. 1 марта был выпущен федеральный закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» тем городам, которые внесли весомый вклад в победу в период Великой Отечественной войны. Наш город проходит по всем этим критериям, но необходима поддержка жителей. Поэтому у меня просьба к жителям города, те, кто еще не успели проголосовать, прийти на свои избирательные участки и принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию и поддержать наш город для присвоения вот этого почетного звания. Я считаю, что город наш абсолютно заслуживает этого, поэтому просьба прийти проголосовать. Ну, еще раз всех поздравляю с сегодняшним праздником. Ну и хотелось бы пожелать всем, как говорится, берегите себя.